Вчера в Расторгуеве на Петровском проезде недалеко от дома номер 18 наш мобильный репортер стал свидетелем возгорания. Горели сараи, которыми давно уже не пользуются местные жители, но которые приглядели для проживания бездомные. Пожарные оперативно отреагировали, и возгорание было потушено в считанные минуты. К слову, в этом месте 3 года назад уже случался пожар. Тогда сгорело подобное жилище местного обитателя со всем его немудреным имуществом. К сожалению, эта территория не вошла в комплексное благоустройство, но находится она рядом с жилыми домами и требует наведения порядка.